Всем привет, мы начинаем don't look up. Игру We need to get to the top. Up. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Что за чувак такой стоит? Вау, нормально. Так, еще раз. Так, старт отсюда войдет. Ага. Надо разобраться, что как. Вот это солнце. Well, let's go. Я the journey of 10,000 steps begins with the first step. Да вы нахера мне солнце сюда в глаза лепите? Ну, сложная игра, смотри. Он не идет, знаешь, здесь надо мышкой по сантиметрам делать. Херня какая-то. I remember as a child, my parents helped me to walk along the fence. I felt their support. If I fall, my parents will catch me. But now I'm alone and no one will catch me. Does it mean to be an adult? Так, ладно. Не идем. Как бы все время вперед. Получается, в принципе. А, ребят, это первый обзор. А, как бы в ее я не играл еще ни разу. Так смотрел просто обзоры на Ютубе. Ну, сейчас попробуем поиграем. Пока, в принципе, нормально. Так, ну, смотри, у нас тут типа лестница есть, но мы не дурочки, мы по этой пойдем. А что там реально люди сидят, смотри. А, нет, ну это типа. Какие-то статуи, что ли. Идем. Ну, солнце прям яркущее, прям, я не знаю, сделали так специально. Чтоб ничего не видно было. Да ё-моё, давай, беги. Он почему-то все время в правую сторону заваливается. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Да куда ты? Чё? И чё? Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Mistakes? Это была ошибка. Что ты сюда прошел? Что за хер? Где я нахожусь? Ну цепляйся. Алло, прыгай, ты дурачок, прыгай. Это была ошибка, тетечка сказала. Хер отсюда я выйду, блин, как солнце ебучий, блин. Куда идти-то? Алло! Что за х... Подожди. И чё? Молодец. Чё за... Он не может перепрыгнуть, он не может прыгнуть. Че ты как этот насрал в штаны? Что ты... Ты прыгаешь или алло? Смотри, а здесь он выше прыгает. Блять, я и то выше прыгаю, чем ты. Блять. Где, куда, чё, блять, он туда не идет. Пиздец. Короче, какой-то ху... Ну и чё, давай заново нахер, возобновить. Да в смысле возобновить? Он выход меню. Выйти в меню, да, выйти в меню. Почему? Потому что вы, блин, херня, а не игра. Загрузка. Я буду загружаться 2 дня. Херасе! В смысле, алло? Чё, заново, что ли? Заново эту херню прыгать? Может, мне сюда можно как-нибудь, нет? Смотри,
Что за инопланетяне? Ёшки-моташки, что за хрень? А ну-ка, по проводам ты идешь? Конечно нет. Какие провода? Что, дурачок, что ли? Идем сюда. Если бы он чуть выше бы прыгал, было бы хорошо. Вот это солнце кто придумал? Well, let's go. The journey of 10,000 steps begins with the first step. Let's go, будет тебе let's go, потом, когда ты солнце это выключишь. Вот тебе let's go. На машину вставай, алло. Ты дурак. Чё, ты на машину не можешь встать? Давай, залазь сюда нахер. А кто такие тоненькие эти положил? Жердочки. Так, ладно. Идем еще раз. Ё-моё. А ты чё? Куда ты падаешь? I remember as a child, ой, дурак, my parents helped me to walk along the fence. I felt their support. Ой, дурак. If I fall, my parents will catch me. But now I'm alone and no one will catch me. Меня. Does it Я mean говорю, to be an adult? Don't touch me, don't touch me, parents. А может здесь прыгну? А нахера мне там, блядь, было ходить вот это бегать, если я мог вот тут вот. Нормально таки. Залезть. Ладно. Ну, это первый взгляд. Поэтому я должен стараться. Мне обошлась эта игра в $500. В $500. Да ёб. Не падай. О, здесь солнце специально так сделали, чтобы оно светило в глаза. И ты где-нибудь совершил стейк. Ошибку. Стейк. По-английски. Ладненько, сейчас музыка заиграет здесь. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот она включилась. Ага, два раза. Включается, включается. Так, а це что за дом? А вот це зачем я тут прыгать? Нихера! Зачем? На... Хера ты прыгал. Где я вообще очутился? А, трубы пошли. Сейчас идем до труб. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat and learn from our mistakes. Space. Аж 5 ошибка. Где тут ошибка? Не совершите states. Ошибку. Так, аккуратно. Здесь сюда идем. Давай. В смысле? Прыгай. Залазь. Дурачок. Блядь. Нахуй, не сюда, значит. Да как, а куда, блядь? Он туда не залазит. А он, блядь, приседать умеет, нет? Ага, он приседать умеет. А-а-а, дебил, а чё ж ты сразу не сказал, что ты, блядь, приседаешь? Давай сюда залазь. Ух. Если бы не было вот этого яркого солнца. Ё-моё. Я нихера не вижу. Надо как-то его настройках. Может, отключается? Это яркущее солнце. It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. А вот мы подобрались к так называемым трубам. А, смотри, у нас два входа. Три. У нас три этих пути есть. Ладно, пойдем по этим. Или хоть бы не упасть. Хоть бы не упасть. Да. Опа! Так, стоямба. Хера. А тут можно сохраниться? Нихера. Плохо. Так, ну чё, я сюда припёрся. Типа нам сюда прыгнуть надо. Ого, фига. Хорошо. Прыгнули. Давай разворачиваемся сюда, идем. Хера не вижу. Но залазь. Получается. Какой дурачок эти железные трубы. О, блин, почему мне страшно? Я боюсь высоты. Мне очень страшно. Вот я спрашиваю, почему? Это же просто игра. Но мой мозг
не понимает, что это просто картинки. И ему страшно тоже. Ну, когда играешь, когда смотришь, может, на Ютубе. Ни хера не страшно! И что это было? Вот что это было? Я упал. Куда идти? А ну, давай, залазь. Потом. Прямо прыгай. Теперь сюда. Залазим. Потихонечку. Вроде бы получается. Хера я тут прыгаю, лазию. А тут, оказывается, можно просто было на этой вторую встать, и уже я бы здесь был бы. Прикинь. Так. Прыгаем на эту трубу. Аккуратно. Аккуратно. Мы залазим наверх. Так, аккуратно. А ну-ка. Мы куда идем? Мы сюда. Так, здесь идем. Прыгаем. Так, я хочу на новую локацию попасть. Ё-моё, а тут как? А, да в смысле? Твою мать, куда нахер? Все, мы свалились. С этих грёбаных турб. Прямо на вот это вот место, где мы и начинали. Нормально, нет? Охренеть, вот это да. Вот это хрень. Давай залазим сюда. О, вон как можно его сократить путь. Как можно мыло сократить путь. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. Ты будешь прыгать вниз, и это будет твоя ошибка. States. Ну, не переживай. Это не то, что мы в первый раз залезли и вылезли и не могли с какой-то локации. Бляха, хочу опять залазить туда наверх. Наверх. Блин. Слушай. Короче, я понял. Тут надо провести больше месяца игры. Месяц. Тут просто тупо месяц играть. Тогда ты не будешь совершать стейтсы. И у тебя все будет хорошо. Подожди, алло. Да. Куда я вообще пришел? Смотри, что делает. Это что, нормально? Как он делает? Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. You learn from our mistakes. Бля, я застрял нахер. Все. А нет. Пошли. Don't be your friends. Где это я? Уии, подожди. Тут, может быть, есть какие-нибудь пути интересные. Нихера он прыгает. Ну, давай, возьмись за что-нибудь. Алло. Короче, разработчики сидели, думали, чтобы как бы подосрать бы нам клиентам, которые купят ихнюю игру за $500. Я здесь пройти не могу нахер. А ну, приземлись. Встань. Что за бомжи здесь живут? А как мне в домик зайти? Алло, это кто-нибудь есть живой? Я застрял в текстурах. Не могу вылезти. Опять херня какая-то. Ну, так вот.